То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийские игры в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно. Она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, она хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку ей должны были снять балл, но сняли 70. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры. И когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценку 6 минут. Хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо, без ошибок, ну, можно подождать минуту-две, но не 6 минут. Это говорится о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО. И там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень.